Ну что, ты готов, Джим? Да. Да, берем жменьку лакомства. Дальше мы поводочком наталкиваем на руку. Если ускоряется собака, даем награду. Меняем резко направление. Снова поводочком поддернули немножко, даем кусочек. Нет. Чтобы у собаки формировалась нормальная реакция на поводок. Не тестовать, не выкручиваться, не пытаться избавиться от натяжения, а наоборот стремиться туда, куда поводочек подергивает. Чуть-чуть дернули, побежал, даем кусок. Супер, супер, молодец. Ярко эмоционально его поощряем. Хороший, молодец. Берем снова лакомство, отхожу, поводочком стимулирую, бежит, даю кусочек. Меняю направление. Поводочком стимулирую, бежит, кусочек. Хорошо, меняю направление. Поводочек, бежит, кусочек. Супер, молодец, классный. Ай, молодец какой.